в новом сезоне суперзвезды Лариса Долина, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Валерия возглавляют судейскую сотню, как всегда, Сергей Лазарев. Я все-таки за то, чтобы эксперты на стене были с широким кругозором музыкальным, чтобы они... я, например, не очень люблю фразу «вот я не люблю эту музыку, поэтому я не встал». Для меня это не аргумент. Вот такие вот голоса, вот такие вот артисты нужны нам. Нам не хватает душевности, нам не хватает искренности в исполнении. Артисту, попавшему на проект, очень важно заявить о себе, удивить. Премьера нового сезона грандиозного вокального шоу «Ну-ка все вместе» уже в это воскресенье на телеканале «Россия» в 17:45.